Делегация из Краснодарского края посетила Северский район. Заместитель министра сельского хозяйства Владимир Сухомлинов, депутат законодательного собрания края Сергей Орленко и заместитель главы Северского района Абрекнаш оценили развитие сельских территорий муниципалитета. Посетили молочно-товарную ферму «Агрофирма Кубань» в селе Львовском. Осмотрели содержание крупного рогатого скота. Буренки обеспечены всем необходимым, даже системой охлаждения. Посетили и корпус содержания молодняка. Вот это будущее, вот такие телятки на ферме, это действительно главное ядро нашего животноводства, то есть создать вот такое племя будущее, высокопородистое, продуктивное, с применением самых современных селекционных достижений. Задача предприятия – получить максимально продуктивную породу, и первые успехи уже есть. Два года назад мы где-то 22-23 литра, 21 доили, сейчас 27 и идем к 30 смело. Также хотелось бы отметить государственную поддержку, которую мы получаем. Подаем документы и используем все возможности, которые нам дает государство. Спасибо вот и Сергею Юрьевичу, и Министерству сельского хозяйства. Где-то около 1,5 рубля на литр молока мы до 1,5 рубля мы получаем. Это тоже является одним из таких показателей. За прошлый год порядка, наверное, 14 миллионов рублей получили субсидии только по молоку. Посетили и элеваторный комплекс. Общий объем хранения рассчитан на 35 тысяч тонн пшеницы и до 27 тысяч тонн риса. Сейчас наступила горячая пора. Пшеницу чистят и закладывают в хранилища, которые, кстати, российского производства. В смене работают три оператора. Благодаря автоматизации процессов этого достаточно.